Все в дом, все в семью. Так считает глава департамента образования Ольга Деменко. А именно 779 100 гривен, выделенные на капитальный ремонт школы Московского района и детсада того же района. Подряд получила компания «Конструктив Дизайн», которой владеет Роман Владимирович Шаповал. Ну и там еще много подрядов до этого. Правда, на другие фирмы, потому что эта «Конструктив Дизайн» была создана только 7 июня 2019 года. Опять удачливый бизнесмен. Но вот тут самое интересное. По данным ХАЦ, Харьковского антикоррупционного центра, Роман Шаповал является мужем Ольги Деменко, главы департамента. Ура, товарищи! Семья должна зарабатывать. Правда, в Харькове таких семей всего несколько. Thank you.